Предупреждаем, видос не для слабаков. Клипи Слоутай играет роль работника фастфуда. Готовит бургеры, которые плюет. Крутит фарш и убирает шваброй разлитую на полу кровь. Короче, такой клипец точно лучше не смотреть во время еды. Да и перед ней тоже. Арина Бабыкина, про новости. Продолжим тему свежачка. Стас Пьеха снимает клип на свой трек «Гордость». Кто написал песню? Есть ли у нее шансы прорваться на лидирующий места в чартах? И что за блондинка рядом с завидным холостяком? Стас в карманах своих хоронил Ленинград, понимая лишь спутанные солнца. Стас Пьеха ударился в поэзию. И, судя по всему, не последнюю роль в этом сыграла звезда Инстаграма Су Ламонова. Писала слова для его новой песни «Гордость». Жгучая брюнетка пригласила Стаса на свои литературные чтения, и эту встречу он до сих пор не может забыть. Она была в невероятно обтягивающем костюме, то ли Баленсиага, то ли Ведьмо, я не помню. Ну вот, похоже на такую молодую Варлей. Вот и потом она мне подарила такие цветы красные, такого фаллической символики, вот, с большим толстым стеблем, они у меня до сих пор стоят. Правда, в клипе на «Гордость» вместо Солы Моновой место возлюбленной Пьехи заняла некая блондинка. Оказывается, певец не осмелился предлагать поэтессе играть в постельных сценах. Поэт, к которому мы относимся как, вот, как к отдельному какому-то, практически божественному существу, и не можем мы его обнимать в постели и так далее. А здесь как раз очень красивая, очень, да, ну, в данном случае домашняя, понятно, что шикарная, как бы, и не домашняя женщина, вот, и, ну, хочется ее и обнимать, и в кадре ее. Кстати, видео снимают в квартире с панорамными окнами в центре Москвы, и принадлежит она Виктору Дробышу. Вот, и это очень крутая квартира, мы здесь даже проводили чемпионат по настольному теннису, я помню, лет 10 назад. Вот, это не имеет отношения к какому клипу, просто рассказываю, почему эта квартира. Это очень крутая квартира, я бы мечтал такой квартире, жить в такой квартире. Красиво и экономно. Хорошо, когда продюсер и музыку напишет для хита, и дома у себя даст поснимать. Виктория Вакименц, Евгений Вашуркин, про новости. Еще больше новостей из мира шоу-биза смотрите на нашем официальном канале.